Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про металлоискатель Minelab GoFind 44. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Если вам необходима такая экспрессия, такие преимущества и такое неповторимое чувство обнаружения большего, чем вы считали возможным, GoFind 44 — это именно то, что вам нужно. Приготовьтесь раскопать то, что лежит глубоко под ногами. Компактность и отсутствие необходимости сборки — все просто. Устройство не требует сборки и не содержит деталей, которые могут потеряться. Ультралегкий вес, имея вес всего 1,6 килограмма, этот детектор является самым легким среди подобных высокоэффективных устройств. Чехлы камуфляжной расцветки. Придайте индивидуальный облик своему GoFind с помощью двух самоклеющихся защитных чехлов. Просто выберите чехол, расцветка которого соответствует условиям среды, в которой вы ведете поиск. Превосходная производительность. Передовые технологии и инновационные функции для максимальной производительности. Автоматическая функция EasyTrack, автоматическая система отслеживания уменьшает шумовые помехи и усиливает сигналы от целевых объектов. Отличите сокровища от мусора. Функция просмотра находок Treasure View в детекторе GoFind при помощи световой индикации сообщает вам о том, что именно вы нашли – мусор или сокровища. Красный цвет индикации говорит о том, что вы, скорее всего, нашли гвоздь или ключ. Зеленый цвет свидетельствует о находке монет или драгоценностей. Займитесь углубленным поиском. Управляйте своим GoFind в любом месте в любое время. Приложение GoFind позволяет вам оставаться на связи, когда вы ведете поиск на значительном расстоянии от любой инфраструктуры. Слушайте свою любимую музыку во время поиска, делитесь находками в интернете и пользуйтесь другими удобными функциями. Существует стандартное приложение, которое является бесплатным для пользователей GoFind 44. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. На вид очень ненадежная конструкция. Требует нежного обращения. Слабая фиксация последней секции штанги. Годится только для чермета. Теперь перейдем к положительным. Легкий, компактный. Громкий, хороший экран. Есть Bluetooth. Раскладная конструкция. Реагирует абсолютно на все. В настройках можно убрать обнаружение мусора. Отличный дисплей, набор функций. Мобильность, дискриминатор. Чувствительность, избирательность. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале «Час ремонта».